перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Бля! А что ты на меня-то показываешь? А что на меня? Ни одного человека не будет. Давай пока так. Человека нет. Первый человек пошел. Два человека пошел. Паша Овчинников. Паша Овчинников. Здорово, Пашка. Паша Овчинников, респект. Паха, друган мой. Паха, брат, я тебя ждал. О, Лера. Мы влезем. О, люди. Алексей Рогозенко. Привет. Ты знаешь этого чувака? Конечно, это мой кореш. Это мой брат. Это, да. Кирилл Поклонцев. Йоу, это что, слышно, нет? Блин, на руку больше. Слушай, а если мы, перерем что-нибудь? Бля, мне кто-то позвонил ВКонтакте, какая-то тёлка. Давайте сразу слышно. Договоримся. О, слышно. Пидоры, которые будут звонить, вылетят быстренько у нас из друзей. Да, точно. Пидоры, которые будут звонить, вы пидоры. Вот. Мы, конечно, сейчас больше похожи... Лера, ты пидор. Мы сейчас, конечно, больше похожи на пидоров, но вы будете пидоры. Слушай, а как так держать, чтобы пиздец все влезло? Может, перед этим? Здорово, всем привет. Я слишком... Люди, пошло. Давайте хотя бы 30 человек, чтобы не так стыдно было перед пацанами Дороу. Хвастаться. Дороу, Паша Овчинник. Дороу. Дороу. Максим присоединяется. Всем привет, Сеймур, всем привет. Сеймур, брат. Как пуэрчик? Пуэрчик нормально. Круто. Привет, брат. Да. А, сестра пришла. Что? Смотри. Да? Похуй. Говорят, по-пидорски смотрят. По-пидорски? Короче, очень важный вопрос по поводу трансляции. По-пидорски ли смотрится кровать сзади? Только что зашел человек и сказал, что это смотрится по-пидорски. Вот. По-пидорски ли смотрится снизу? То, что мы... Все поставь телефон на что-нибудь. Да, блядь, женщины не хотят держать телефон. На свой хуй можешь поставить. Вот сюда. Сейчас я поставлю нахуй. Короче, вы родные братья. Родные братья точно не по-пидорски звучат. Рад видеть тебя. Да. Короче, кто не знает, я Витя. Вот, это Сережа. Ну, меня все знают. Сережу Sailor Moon уже не та. Сережа крутой батл-рэпер. О, давай сейчас 50 человек точно будет. Я могу гордиться перед мамой. О, 50 человек. Охренеть, да нет, всего. Давай ты меня прорекламируешь, твоя же транса, типа. Вкусно, кстати. Короче, Сеймур, пойдешь на следующие батлы ФБ. Короче, мало кто знает, но он... Не, на ФБ не... А, в смысле, как гость пойду, да. Привет, Северодвинску. Приеду на следующий этап. Как участник не пойду, просто не хочу много батлов, в принципе. Вот именно. Тем более, сезон Фиделио еще не закончился. Да. Так что это... Все еще, какого тебе сеть рядом с суперзвездой, Сережа? Погодите, Фиделио еще... Слушай, меня не Сережа зовут, меня Витя зовут. Суперзвезда. Вот этот чел. По поводу... судьи объявили третьего этапа. Короче, сразу два момента. По поводу этих третьего этапа Fresh Blood. Лучше бы ты готовился к батлу. По поводу третьего этапа Fresh Blood. Я не знаю пару, я не знаю сроков, когда будет. Вот, поэтому с этим вопросом можно немножко отъебаться. Я не знаю когда, я не знаю с кем. Чем получается, нет? Да, пошло дело. Пошло дело, как много посмотрим. Как попасть на ФБ зрителям? Быть, скорее всего, другом казаха. Вот и все. Любовником можно быть. У тебя что-то против внука тебя кто-то засадил. Так, вызывай тебя. Нет, внук победил, вы что? Это что за бренд на твоей одежде? А бренд на моей одежде? В смысле, в обычной одежде или на этой? Это бренд Индивид, город Архангельск, одежда Индивид. На Газголдере батли. Должен десяточку срубить. Короче, я расскажу по поводу ФБ третьего этапа. Да? Бля, пиздец, рука устает и хуй устает. Я, короче, телефон держу на члене, а член держу рукой. Давайте так, как это тебе тяжело. Батл с Лехой? Батл был, говорить ничего мы сегодня не будем про это. Он был, и увидите, наверное, все да. С вами. Вот. Ну, типа, спойлеры как бы запрещены. Типа того. Короче, суть в чем? Когда третий этап ФБ, не знаю, кто соперник, не знаю, может Микси, может нет. Спасибо за поддержку.
человека. Спасибо за то, что типа верите в меня, видите почему-то Максима Югова. Вот, а лицо Сеймура вживую. По поводу вчерашнего версуса Сережа сказал, как у тебя ощущения от батла вчерашнего? Нормальные. Новая сфера. Что-то на этом случае. Витя, разъеби голубей. Спасибо. Так, про батл, про грин и микси. Что ты думаешь? Короче, привет из Архангельска. Ну, он понятно, что думает. Он, блядь, парень тигр. Архангельск, Павел Исаков. Он тигр. Взятый фанат Оксимирона, скажу, что грин разъебал. Короче, если объективно, я думаю, что 2-1 должно быть решение в... типа Парагрин. Я считаю, вот. 3-0. Грина? Да. Ну вот, когда только закончился... Короче, когда только закончился все... Нет, ну когда лучший панчлайн человека, то, что он наклеил себе усы. Ну да, это... А, и типа... по поводу... Ну, а, давай, сейчас, короче, нет, я не буду раскрывать все-таки тайну. В общем, Парагрину я советовал сделать флип, но какой флип, не скажу, потому что вдруг все-таки, когда-то же у меня будет батл с Микси. Что в октябре, вдруг я это использую. Что за батл вчера в Газголдере был? Баста с Тимати батлились. Баста с Тимати были на разборе. А потом был батл очень крутой, Леха, Мети и Сеймур. Офигенный был, крутой батл. Лайки летают. Смотри, лайки летают, вопросы пропали. Ну все, мы ответили на все вопросы. 6 минут уложились. Все. Будут полуфинале ФБ, в принципе. Ты не Сеймур, ты Сеймял. Ты Сеймял. Ой, какая шутка. Десятилетней давности, когда мы с Сеймял вместе участвовали на текстовом. Йоу, привет. Тимур, привет. Тимур Аксти. Батлы. Все спойлеры, не знаю, все или нет, но спойлеры из главных пабликов правдивы. Вот, все. Вот, да. В принципе. Ну, все в смысле по парам. Да. По результатам я не знаю. По результатам тоже. Правда, что Рестер, да, критиковал батл? Ты видел, уже они все слили. То, что Леха мой хуй достал. А, Леха хуй. Смотри, привет, хочу сказать пару слов Сереже. За батлами слежу уже 2-3 года и... Бля, не успели прочитать, братан. Слушай, прости, телефон не такой длинный, как член. Витя, первая заявка есть в сети? Нет, первая за эти. Всем респект. В ментрах Брола и мастера шефа. Офигеть. Покажите сердечко. Чье именно? Кто, по-твоему, сильнее, Паша плохой или Микси? Ну, типа Микси, наверное. Че, серьезно? Че, серьезно? Ну, Паша нет. Плохой. Ну, типа, теорема Эскобара. Паша плохой. Паша, а, плохой. Типа, плохой еще хуже. Бови головка. Как... Бля, что происходит? Удачи на УХХБ. Кто-то сечет. О, Михаил Кокарев. Да, мы, кстати, нам надо еще сдавать трек на финал одного командного батла. Мы когда-нибудь чё это сделаем. Что о ПМе думаете? Ну, что ему надо найти, блядь, нормальных людей, которые будут вписывать его в Москве, а то заебал он меня пиздец вчера. А чё по ПМу? Не, соединение. А, удачи на УХХБ. О, чувак, мы видели, спасибо. Короче, смотрите, топ-5 батл рэперов спрашивают, да? Я не секу в зарубежных иностранных батлах, вот, но в советских, в советском пространстве немножко шарю. Короче, топ-5 MC, по-моему, он, в принципе, последний год у меня не менялся. Это Сеймур, ПМ, КПСС, Похоронил и Тирэпс. Вот. Если кто-то из них не будет батлить, то они вылетят из этого, из моего охеренного рейтинга вылетят. А так, я думаю, 5 батл и вот это эти чуваки. Deep Incest, я думаю, ну он в десятку входит, наверное. И Сектор там будет в десятку. Я не думал про десятку, потому что много крутых прям чуваков. Ну, Микси на 9-м будет вместе. Deep Incest мне нравится. Я думаю, ворвутся в пятнашку. Летай в пятерку уже ворвался. О, люди, которые смотрят трансляцию, находятся у меня в друзьях, спрашивают, а ты кто? Чувак, каждый день задаю себе этим вопросом. True Freak, здорово. Здорово, Дань. О, True Freak. Салют. Тань, что, готовишься к последнему этапу Фиделя? УХХБ. Опять, а ты кто? Денис Берлинский, а ты кто? Я, короче, за любой вопрос, а ты кто, просто, я думаю, надо удалять из друзей. Финал, финал Пизделю, Форшмак, скоро, смотрите. А, гордишься АО. Я очень, кстати, рад за АО.
А о, бля, как много вопросов сразу прилетело. Слишком дохуя полило. Слушай, вопросы полились. Осилил бы Рики? Нет, не осилил. Ну, типа, он же не батлит последнее время без бита. Под биты, батлы. Кстати, ты как относишься к батлам под биты? Ну, я хуёво. Типа, все однообразные. Прям супер однообразные. Не, мне нравятся чуваки. Мне нравятся чуваки некоторые, типа... ну, Шум нравится, как делает. Гордишься за очко. За очко горжусь, ведь я в этом ФБ... не отдал ни одного очка. Оп. Так. Тимур, Псайбой. Короче, блин, такой-то тигры. Прогнозы финал РБЛ. АО против, не знаю, Керамбита. Короче, мы топим за... За АО мы на остальных батлим. Насрать, в принципе. ЕКБ, салют. Миксер, не знаю, когда будет батл. О, Турция. А чё ты такой Турция, злой был, когда мне вьюху давал? А ты кто? А ты кто, чувак? В смысле? Может, это? Какой я, кстати, вьюху? Я не знаю. Может, ты вьюху? Я редко даю вьюхи. Эркан Пинаруглу. Я помню одну вьюху, но это не Дима Варфоломеев был. Я топлю за Набинабата. Тир... А, альбом Тире... Вышел. А, была прикольная история вчера, короче. А! Они не обидятся. Слушай, короче, да. Смотри, история такая. True история. Вчера после... батлов мы ехали ко мне в гости с Владом и Тирепсом, и мы поймали таксишку, сели в такси. Сидим на заднем сидении с Тирепсом, обсуждаем его альбом, и водитель такси останавливает, говорит: ребят, выйдите, пожалуйста. А что? Ну, как бы, да. Слушай, Тирепс, извини, но что-то твой альбом. Него, даже слушать не у него же альбом типа саундтрек «Пятничным вечеринкам». И типа, ну, может, он прохавал, просто его заранее начало тошнить еще. Да просто... Тирепс, я рэпс жив, оказывается. Это очень хорошо. Про него все забыли. Хорошо, что он релиз. Я когда-то обязательно послушаю. Это круто, я послушаю. «Поясни за панч» недавно у тебя брал. Варфоломей, «Поясни за панч» недавно у тебя брал. Извини. Сеймур, мы когда-нибудь увидим написанный раунд на Тирепса? Видимо, нет. Вот. Ну, мы с ним хорошо общаемся, и в принципе. Сергей Пузанов. Мне респект. Было жалко того, что я уже написал, просто чисто поэтому я хотел с ним батл. Вот и все. Респект. Всем респект. Но сейчас это уже в любом случае не актуально, все, что я писал год назад. Сеймура панчи-ланчи, понял? Вряд ли мы увидим. Панчи-ланчи. Бухали в итоге с пеймом и Тирепсом. Да? Ну, знаешь как, с пеймом невозможно бухать, с ним можно выпивать. Потому что ты не выпил, пеем выпьет гораздо больше. Поэтому, ну так. Чуть-чуть, типа, выпивали. Ну, мы такие, как бы, ПМ выпивал, а мы в роли МКС. Если Микси ПМ очков наберут, кого Окси в финал выберет? А, типа, откуда вы знаете, что будет ментор решать при одинаковом количестве голосов? Я не знаю систему, но если бы выбирал ментор на финал и был бы ПМ и Микси, я думаю, Окси выбрал бы ПМа, потому что, ну, потому что это ПМ. Кто не сидит? Не русский, Рома, Херувим, разлогинься. А, да, чё за олухи? Николай Пипеткин. Ведь, да, блядь, заебало бриться. Забатлил бы с гнойным, Серёга. А, Витя, мемы норм. Мемы норм, некоторые, да. Продам Ладу Приору. Давайте Ладу Приору продает. На столе хип-хопа. Стол хип-хопа. А что так много? Я думал, 20 человек будет, и это, а тут дохера слишком. А, короче, всем привет, Катерина Кэт, привет. Все спорные батлы в команду Окси, ну, да не даже знаю. Даже бесспорные батлы в команду Окси, братан. А скажи, откуда взялся даже ник Жорша Сиведо? Да из головы просто взялся. Ну, типа, ты можешь любой придумать ник. У меня куча таких ников, каждую секунду у них. Вот, виснет транс. Зачем человек... память. Из-за пидора слева. Чё думаешь по поводу Мирона? Кому вопрос? МакКофи. Я фанат. Вчера Мирон подошел, сказал, что видел все батлы Сеймура, поклонился ему. Не сказал бы, что он вынес его, он не стал бы... Забатлили бы дядей жили. Когда он подошел ко мне, сказал: о, Сеймур! Я просто как сучка потек. Почему ты... Ну, типа, это очевидно. Бови... Сеймур сколько рост? 94. Ну, Бови... Две буквы имени, две буквы фамилия. Это не тайна.
Я обдул Димона ортопедову. Классно. Глупо отрицать, что тебе Сеймур. Витя, мне кажется, глупо отрицать, что тебе Сеймур Панчи пишет. Глупо отрицать. Ну так не отрицай. Ну, раз глупо, то я не буду этого отрицать. У меня есть история про то, как Сеймур гострайтил мне батл против паровоза, но когда-нибудь я ее расскажу чуть-чуть попозже. Очень смешная история. И я как понял, этого я только понял. Вот. Но история очень долгая. Я думаю, тут лайков не хватит вам. Лайков, голосов и прочее. Всем салют. Алим, салют. Две собаки. Бля, у меня нет другой футболки, братан. У меня, мне вот нужен спонсор, как ему. У меня другой, у меня тоже нет футболки. Слушай, блядь. У нас всего, видишь, по одной футболке у каждого. Мы можем просто поменяться. И все. Суть в этом. Третий этап ФБ прошел? Третий этап прошел. Не прошел. Я прошел не знаю, вообще. Кто это. Вы откуда? Мы из добрых побуждений мы. Почему так поздно эфир начал? Ну, потому что другие дела у нас были, Ольга. В чем сила, брат? Брат в правде. Сила, в смысле. Вы в Инстаграме есть? Да, в Инстаграме есть. Ты разъебал Леху? Заебали про Леху. Про Леху заебали. Леха. Здоровье. Леха, здоровье. Но на самом деле батл выйдет, вы увидите. Прям разъеб, разъеб. Как вам альбом «Грязного рынка»? У меня есть один комментарий. Один хороший и другой плохой с какой-нибудь. Да. Отсылочка, чувак, я понял, да. Гору на лите. Чувак Дмитрий Долгорукий, по поводу рекламы в личности, продадим твою приору на изи. Дмитрий Яшин, ты кто? А, воробушек. Бади бэк. Так, как много. Ты кто? Люди попадают, которые типа не знают, попадают. Кто это? Александр, он два раза написал Аршиков. Ты кто сначала. Салют, пацаны. О, Саня Аршиков, Саня, привет. С кем бы еще хотел забатлить Сеймур? Сеймур сейчас отдохнет от батлов, а потом как будет предложение. О, я тоже хочу это. Тоже хочу отдохнуть. Давайте я отдохну тоже. О, я знаю, Бля, вот я бы забатлил, на самом деле, типа, заебали, на самом деле, немного серьезные батлы. Если бы не гнойный, вот я бы забатлил с ним в паре вдвоем против кого-нибудь, какой-нибудь угарный прям батл сделать 2-2. Сеймур красава вчера бодро сделал. Саня был вчера. Это Саня, чувак. Круто. Из Москвы. Я его помню. Круто, спасибо, Саня. А, точно, да, мы это 2-2 забатлим с кем-нибудь на любой площадке. В 2019-м. Уже показал. Ну да, видишь, какая гейская кровать. 5 лямов со мной и Равоны. Какие-то педики пишут. Сеймур, покажи сердечко. А, типа так. О, тук-тук-тук-тук. Покажи Сеймур мой арт по вашему батлу. Ну, го со мной батл. Го. Го, Максим. Максим Долженко, я уже вызываю тебя. Сеймур, Deepak Sensor, Bella League One. Приходи. На Витя. Слово СПБ. Куда бабки дену? Завтра. Если не придешь, ты проиграл. Куда бабки дену? Ну, типа, я командой поделюсь. Были ли... Мясо купим. Это, сейчас, кстати, кто смотрит РБЛ? Как вам батл РБЛ? Как сезон? Чувак из Архангельска, Вова, а он должен брать его. Шо с Фиделио? Надеемся. Пишешь тексты в ТЕ, ТЕ. Да, я пишу тебе. Видно. Паша Плохого, это Паша Артём Тире. ПБ. Отлично. Моя сила, я ее всегда буду... Брали маленьким любить. Птенчиком, подобрали тебя. Ребят, не надоело херней заниматься? Надоело. Батя, разлогинься. Все. Комментарии прошли. Все, всем... Бля. Альбом Рамиреса мы слушали. Мы не слушали и никакие вчера альбомы. Вчера не до того было немного. Ну, тогда. Типа это... О, предпочтение онлайн или офлайн батлом? Ну, в смысле, офлайн, конечно. Офлайн? Я бы еще когда-нибудь. Ну, мы оба участвовали онлайн много это и сад. Долго, но это. Посидите еще. Уже отмерло. Как дела? Жалко, о, вот это самый классный не был. Дела норм. Блин, нормально, в автошколу записался. Че вот это? Альбом у Паши. Да, кстати, дублируйте комментарии, то дублируйте их. Если неадекватные, дублируйте тоже, мы их еще раз пропустим. Вот и все. А, Паша Плохой, МакКофи, были ли судьи? Я не успеваю читать. Как-то много. Слушайте, ребята, а чего вас так реально много? Приветики, покажите батл.
Бля, ну хоть не Бови головку показывают. Батл скоро... Кстати, в воскресенье завтра выйдет... Ой, не завтра, послезавтра выйдет батл нашего мальчика Майлза против не нашего мальчика МакКоннана. В начале августа на РБЛ. Ты сверился, что ли, у тебя спрашивают? Ты забыл, что ли? Августа на РБЛ. А, Забе, привет. Сейчас все будут искать Забе в трансляции. А, кто-то пиздится. Площадки судей не было, ребят. Не было судей ни на одном батле. Короче, да, чтобы не было вопросов, раз ты сказал, судей не было вчера ни на одном батле. Какие у тебя красивенькие усы, спасибо. Им уже 2 года. Кормлю их плодородной почвой. Вы красивые, пишет Альбина Закирова. Наши девушки, разлогиньтесь. О, ты же в автошколе, покупай приору 09 на литье. Слушайте, смотрите, мы еще минут 20, мы еще 20 минут посидим, 25. За это время вы должны купить у чувака приору 9 на литье. Ребят, ссылка в описании, там все дела, мне на приору надо собрать. Почему две цифры в счете не хватает? В каком счете? В смысле, в счете карты? А, короче, к посту мы прикрепили номер карты, это типа, знаете, за ваше здоровье. Глеб Трубин, привет. Выпить за ваше здоровье. И у кого есть желание поблагодарить, мы типа, знаете, не там, что типа, трясущимися нам набухло. Ну, если кто хочет типа поблагодарить за что-нибудь, там за разъеб летая, за разъеб Лехи медь или не разъеб Лехи медь, короче, скидывайте, кому интересно. В общем, найдите со спойлерами, и скорее всего эти спойлеры будут. Почему не в 17 вопрос не знаете? Почему ты с гнойным не забатлишь? Ты достойно. Ну, пьем. Я отношусь ко всем. Ну, вроде как люди нормальные. Пьем это банк. Все нормальные. Макон. Типа, чё от черного можно ждать? Пьем, ты понимаешь, 150 каждый день, вставая с кровати. 150. Накидывайте еще панчи на пьем. Да. Чуваку второй раз батл. Мужик транс в прямом эфире. А потом третий раз в финале еще, ребят. Что с Фидели? И единственный минус, он голубь. Селю, все хорошо, все. Габоныч говорит, что все будет в норме, все чё про живое бас? Продолжается. Пьем басит 140 про пьемов. Что скажешь про Басту? Про Басту скажу, все только хорошее. Все только начинается, Баста. Все будет хорошо. Ну, типа, что про Басту сказать? Басту, не знаю, я Басту не видел вчера. Ты видел вчера Басту? А про маму Басту хочешь что-то сказать? Нет. Не, Басту нормально. Я слушаю Басту давно. И на какие концерты Басту. Я рад, что тебя освободили из рабства ФД. Какие же ВК убогие трансляции. Блин, ВК убогие трансляции. Короче, принцип трансляции в ВК, потому что типа до этого была в Инстаграме. Вот и все. Ну и тут у нас на двоих аудитории немножко побольше. Жизнь барам. Смотри, сколько у нас бурятов, блядь, реально сидит. Ты слышал, это написала с фамилией Варданян. Жизнь барам там от Варданян. От Раян и Вардаян. ПМ. Что случилось с Фиделио? Раз что думаешь, а блин, окей, покажу по вебке без трусиков. Так! Покажу себя по вебке без трусиков. Вероника заканчивает трансляцию. У нас Вероника Круглова есть. Какие пары? А Кирилл Миронов, привет. Как тебе Bad Bars? Как вам Bad Bars? Почему Bad Bars? Bad Balance, блядь. А, блядь, какой Bad Balance? Bad Beat, в смысле? Блядь. Не забывай свои корни, блядь. В смысле, ну, Bad Balance, ну, норм. Это. Я никогда их не слушал, вот честно. Я слушал один... своего ментора, кроме хип-хопа, а ты? Я и хип-хоп не слушаю. Какой рост у тебя уже... О, давайте... Похож на сельского говнюка. Какой у тебя рост? 194. Я живу в Бурятии. Чувак, тебе не повезло, наверное, не знаю, к чему. Привет, Бурятии. Вы кто? Анастасия Петрова. Настя Петрова, салют. Часто с командой видишься, вот тебя спрашиваю. Ну, с командой, да не часто, нас это вчера видели. Витя, правда? А мы тоже команда. Мы, кстати, тоже команда, мы видимся, да. Вероника Круглова покажет себя по вебке без трусиков. Ясно? Заходите к Веронике. Да, здорово, мужики, привет.
О, еще панчик на ПМ. ПМ настолько жирный, что да. кончает майонезом. Может, Пау. Может, конкурс на лучший панч на ПМ? Слушай, о, давайте... запустим. Конкурс на лучший панч про ПМ. Давайте, это, лучший панч про ПМ. Конкурс на лучший панч на любого из его оставшихся соперников. Бадди Бэк, да, да. У всех говорил. Лагает или только у меня? Ну, может, это контакт. Стрём, короче. Катерина Артеменко. Хорошо ли шумели на твоем батле с Лехой? Шумели там, где надо. А, Тирепс. Альбом знаем. Вероника все себя показывает. Алексей Кузнецов. Принцип. Когда ты бегаешь, ты... Еще стараемся, ребят. Плохо. Поймать рожала и делили кесарево. О, жесть. Женщина, которая себя хочет без тусиков показать. Зачем ты это запрещаешь делать? О, какие-то знакомые люди все пошли. Как кого-то, если уже разнесло его. Хорошо. Еще. А будет то, что там типа ПМ потеет над текстом очень долго? ПМ предъявлял Сойеру за то. Факты. Факты. Ребят, давайте. Ну, что вы... Витя, ты сейчас живешь. Я живу в Питере, да, но сейчас мы в Москве находимся. Глеб Трубин лагает у вас. Кайфу, Глеб Трубин, спасибо. Зачем ты лагаешь у нас? Видел диспорт? Очень жду эпохального возвращения какашки. Макса. Покажи какашки. Раз, два. Две какашки есть. Что-то еще. Или это про ПМа в смысле? Покажи какашки. Вопрос кто? О, слушай, 202 человека. Блин, сейчас опять все... Тормозные, да, здесь трансляции и какие-то связи. И пары с гнойным. Давай год. Еще минут буквально 10. Давай. 10 еще. Давайте пацаны. Минут 10, уже пацаны и девчонки. Только потел над текстом, что сбросил пару лишних. Отлично. На. О, мне. О, а что мне с этим голосом делать? Слушайте. Я типа могу стикеров, да, себе купить классный? Офигеть, возьму отец с голубками. Классно, ребята, накидайте голосов нам. Я, блин, куплю себе таких вещей. Я знаю, как вас забанить сейчас, роутер отключу из розетки, так что не выебывайтесь. Так, как забанить человека тут? Глебка, привет. Запусти в инсте. Ну, Глебка, давай Глебка. Это в инсте запустим потом когда-нибудь. А, бой... Гастрайтеры. Ну, да, чувак, это... Вы слышали последний... В принципе. Последний батл летая, как бы, как можно такое написать без гострайтера? Я в Киев очень... Давайте так, расценивать ФБ все-таки... по типу телепроекта. Конечно, нам все пишут. Нас одевают. Мою осанку ставили нормальные репетиторы по осанке. Поэтому все нормально. Так, кто-то бесит. Какие еще пары были вчера? 140 бег ПМ. Типа, тоже про ПМа? 140 вес ПМ. А, вес ПМ. А, типа и В за главное. Б. Это круто. Это круто. Да. Ты так задолбал всех секцовиками, когда пишешь текст, Дэн Чей не икает. Как тебе АО? Он скоро сможет составить тебе конкуренцию. АО охуенный. АО охуенный. И, ну да, вот, кстати, многие говорили, что, типа, немного похож Тейлок на меня. ПМ, люди худеют. Мне тоже так ПМ, люди худеют. ПМ похудеет, рестор. Возможно, худеет. Я буду рад только, если он вырастет. О, Евгений, Сабиров, бодрый день, Игнат. Чё по Смоленску и по Киви? Смоленску и Киви, привет. Видимо, так. Ты настолько толстый, что перевесил Энрэджи и Сойер. Сколько платят за участие на Версусе? 4. Просто 4. ПМ сказал, заебашь кофе, и Сойер отпиздил МакКоннена. Ап! Неплохо. Пацаны из печатники Бутова, тут. Южного, всем привет. Да, всем привет из Южного Бутова, от вечно голодных. Если это шоу, разве тебе можно разглашать такие вещи? Чувак, если это шоу, то мне разрешено такие разглашать вещи. Ну, типа, я же делаю вброс медийное. Сеймур, когда треки? Никогда. Паша Маргарин, чтобы стать успешным рэпером... Будем чекать релиз Тирепса обязательно. А, Витя, где 3D-очки? 3D-очки где-то здесь лежат. Пар. Когда треки? У тебя... Треки. Витя, я не собираюсь... Что? Порн... Топ-сайт... Бутова. О, это вода.
Финалу ХХБ. Меня убьет девушка. Скоро. Сколько лет ПМу? Ну, блин, сколько бы ни было. Но молодой еще парень. Да вот хуй определишь по жирным, блядь, сколько им лет. Да? Типа, то, знаешь... То ли 40. Тебе сколько лет? До 46, типа. Так, о, заработок спермой. О! Так, а можно в личку Денис Исаев? Заработок спермой? Так, сайты какие-то. Все. Забани рекламеров, плиз. Да, чувак, у меня, блин... Я не знаю, как... Во-первых, я... Надо тыкать, наверное, на ник и банить. Но проблема в том, что я держу телефон на члене, а член держу рукой, и вторая рука у меня занята. А, здорово. ПМ настолько жирный, что приходится вставать с кровати с обеих сторон. Наоборот, не вставать, а падать с кровати с обеих сторон. Да, это баян. Глупо, да? Разъебал или сделал средний? По поводу батла сказал, типа, увидите. Да. Ну, увидите. Никаких средний спойлеров. Давайте еще минут пять. А что потом делать после трансе? После трансе займемся сексе. Оп, норм. ПМ, ты до 20 лет сидела маминой шее и что-то там, наверное, сломал, да, ее нахуй? Ой, там, короче, да. Что случилось? Господи, шуточки про хуи. Покажи Гваделупу. У Дениса Исаева на авиамедведев. А, ну норм. Так, короче, давайте еще какие-нибудь. Ты, вы куда торопитесь-то? Да у нас тут целая семья. Да, нас ждут, ребята. Нас ждут. У нас за стеной целая семья и это... Нам надо поболтать с семьей, поболтали с вами, с Денисом Исаевым. Денис Исаев в личку. Только про сперму. Я хочу зарабатывать спермой. Слушайте, давайте попробуем забанить человека. Давай, давай, подписаться. Блядь, я только подписаться могу на него. А, все, заблокировать. Отлично. Денис Исаев. А, как убрать теперь, суку, эту? О, мы забавили. Витя, Сеймур, покажи себя. А, ты тёлка без трусиков. Иди к тому, кто зарабатывает спермой, ясно тебе? Заблокировать. Короче, мы научились блокировать. Слушай, так можно еще полчаса поболтать. Гениально, давай всех. Будет ли ЗБ на твои раунды фейспалм делать? Конечно, будет. Это, кстати, условие контракта, между прочим. Мало кто знает, но у нас есть два ментора, а ЗБ типа полументор такой. Вот, он все говорит по делу и вносит всякие инсайдики и кто-нибудь на кого фейспалмит? Ну, на всех. То есть, по-моему, даже на... О, гола! Вячеслава Корабельникова. Вячеслав, брат, Дио с вами. Дио с нами. Покажи Гваделупу. Гваделупка? Гваделупа в районе боевой головки. Так, так. Наступил на ногу, дизвился. Ты победитель сезона. Сезон закончится, завтра финал, поэтому я еще не знаю, выиграю или нет. Сколько по времени писал на медтекст? Бля, минут 40. Вы какашки? Да. Получи деньги за простой опрос. Кристина Попкова, прости меня. Ты отправляешься к сиськам и сперме. Заблокировать. Классно. Голос. Сипузонов. Смотришь стрим Антона за... ПМ, твоя... Воу-воу-воу-воу. Давайте еще пару минут. Гваделупу не буду показывать. Короче, суть стрима. Батла с Микси не было, когда-то будет, когда по вчерашнему Версусу. Спойлеров нет, но Версус был, да, вчера был. ПМа в бар пускают. Типа, почему? Типа, что он застревает. Чтобы никто не вышел. Ну, чтобы другие. Чтобы никто не выходил. О, Димас, ты делал по горло, давайте быстрее. О, понял, понял. Хара игнорить. Чего, трансляцию сохранить? Не знаю, как ее сохранять. Останется. Я пойду, да, завтра туда сгоняю. А, что с Фиделя-то случилось? Ну, это немножко от батлов. Типа, значит, своя жизнь есть. Ну, не всегда она совместная, но к тому, что постоянно батл. Пойдешь на ФБ 5? Да, завтра сходим. А, вчера были на ФБ. Не смотрю. Трансляции. Зачем в перископе кого-то? А, пусть друг Гваделупу покажет. Друг, покажи Гваделупу. Видите, где ложка? Друг, покажи. Ложка. Тони. Только сообщение от тебя дошлось. Спрашивает, где ложка. А, короче, не спрашиваем. Диз я слушал. Обладает красавчик. Ну, красавчик. Ну, в прямом смысле, да, наверное, треки, не знаю.
Ты б трахнул? Кого? Так за нос бы взял эту... Я не знаю. Заобладал. Сеймур, пойдешь на фу... Лада Григорьева, спокойной ночи, спад. Как всячески относится? Отлично. Всячески не здоровается со мной почему-то, когда мы видимся. Не знаю почему. Чё-то нас никто, походу, не любит. Витя Бро... И головка, скажи, мнение о шоке и появлении возможной версии. Мнение о шоке? Шок крутой. Ну, шок крутой, шок, да. Нормально. Шок батл рэпер. Кстати, когда с Оксимироном он был, он мне вообще не нравился. Вот, типа, потом он стал делать вещи. Сеймур, пойдешь на ФБ5? Обычно уход от Оксимирона почему-то идет людям на пользу. Кстати, уход Оксимирона идет... Так что, короче, эти, я чуваки... Я ушел от Окси. Я не ушел. Вернусь обратно. Ты же с Девяткина? О, так Бови или Бови? Да Бови. Ви, В. Виктор же, блядь. Ну, типа, Бог да сорян, Виктор, Бови. Логично же все. Лада Секси Чика, он пишет. На Литье. Ты пойдешь на ФБ? Максим Иванов 270 вопросов тебе задал. Пойдешь ли ты на ФБ5? Брат. Это год. Сэм. Слушай, он просто думает, что после какого-то вопроса... Слушай, чувак, давай ты задаешь вопрос, пойдет ли он на ФБ. Мы отвечаем, да. Задаешь. Так, ну, 50 раз максимум. Сеймур. Любовь Любовина. Короче, несчастный. Сеймур, у него... Ты не знаешь. Привет, пернатый. Если пернатый, это же команда тигров. Почему в названии написал Боуи? Потому что у нас райтеры. Вот и все. Павел Пиндюрин. Спасибо за ответ. Я доплю, чтобы он пришел на... Приди на версус и всех разъеби. Короче, давай еще 3 минуты поболтаем. Будет ровно 40 минут, и мы сможем. Был уже версус Сеймур. Одно и то же. Да, версус был. Кто нормальный, нормасик МС из Голубков? Ну, очевидно, МакКоннон. Салам. Витя Брови не популярен. Куда донаты кидать? Донаты кидать. Да донаты куда? Кидай за Б. Ну, можешь нам кинуть, мы тут выпьем за твое здоровье, Глеб. Там номер карты же вроде как привязан. Настроение отличное. Что по поводу Джонни Боя скажешь? Джонни Бой, респект. Отличный кофе, отличный кофе. Респект, Джонни Бой. Трансляция. Чё на версус не... Ты чё вчера на Версус не пошёл? Бля, да я чувак... Нет, пока не знаю, вроде нет. Что за шкварно батлить, да? Ну, мне... Ну, любовь шкварно батлить с любовью, менее хайповее его, вот и все. Это логично. Победите про Оксимирона. Ну, Соболевым не за шкварно. Ну, он же, да, хайпа. У кого кем он уже... Сказал, что Соф серьезный батл МС. А, серьезный? Все, ты что, я диск понял. Не слушал? Что насчет Династа? Ну, что насчет Династа? Династ, ну, не самый худший представитель отряда пернатых. Вот и все. Покажи Гваделупу. Чувак, я тебе в личку скину Гваделупу. Почему ты из конф вливаешь? Бля, вот мудаки, которые добавляют меня в конфы. А, чуваки, бля, мудаки, как которые... Заебали. Я раньше думал, просто типа... Просто сдохните. Антон Белагай присоединился к трансляции. Жалко, не то. Тебе тоже текста писали? А у меня того нет в друзьях. На другой площадке тоже писали. На батл с паровозом мне Сеймур гастрайтил, да, второй раунд. Но это долгая история. Короче, давайте я в следующий раз расскажу эту историю. Очень была забавная ситуация. Про обмазать говном лицо не, и пройти по проходке. Просто суть в том, что если бы я прошел паровоза, мы бы встретились с Сеймуром в четвертьфинале. И я по определенным причинам не мог писать текст на 1/8 финала. У нас было 2 месяца на подготовку. И часть второго раунда написал мне Сеймур. Но это долгая история, на самом деле. Потом как-нибудь, как не было так зашкварно, я расскажу эту историю. И, может быть, с меня снимется это проклятие паровозовское. Короче, давайте еще полминуты. Ну ты, комплиментарочка между вами. А у нас не было комплиментарки. Давайте, мы, короче, с кем-нибудь два... Я хочу 2-2. Давайте 2-2 комплиментарку. Нет. Сеймур написал панч про сосиску в тексте. Чувак, панч про сосиску в тесте написала сама жизнь. А, в общем, чё? Мне кажется, панч про сосиску в тесте написал вот Петросян еще лет 15. Я же говорю, да, сама жизнь. Вот. Чё это? Расскажу всё потом. Расскажу, как я проебался с паровозом.
Че, всем спасибо. Это пора расходиться. Да. К следующему разу. Вчера. Потом... Да, это покажите интересно. Жопу. Я тебе в личку скину, напомни. 2 на 2. Да, будет красивым. Давай. Ну-ка. Да ну хоть мы уже давай. Я ухожу в закат. Давай. А, блядь, погоди. Погоди, давай. Вам мою жопу показывает. Не хочешь жопу показывать, блядь, как будто не бал***ь. Пока, пацаны.